Сейчас буду устраивать дом улиткам, да? Ой, господи, сейчас выкинуть надо. Боже, короче, тут нашел два червя. Возможно, они случайно сюда попали. Но я их, в принципе, черепаха. Кормлю и нормально. Вот так вот сейчас все выглядит. Тут у них вода, мел, еда ихняя. Ну и, понятное дело, этот... Ай, забыл, как называется. Что-то свое смотрю. Вот, червяка одного я все-таки решил туда пустить. Ну, сюда. В принципе, ну почему бы и нет, он улиткам не вредит, и они ему тоже. Вот, но второго я, а вот он. Второго я скормил, потому что, ну, черепахи, но... Потому что он как-то умер, я не знаю как. Он, возможно, упал и его чем-то придавило. Ну, короче, одного я скормил. Вот. Ну, короче, вот так вот выглядит сейчас контейнер. Если найду фото, то покажу, да. Вот, ну, всем пока, с вами был Скай. Ну да, это мои новые питомцы, так сказать. Вот. Всем пока.